Что? Это не иностранного государства? Да, да, верно. Смотрите, да. У тебя есть документы, удостоверяющие личность, правильно? Ага, да, вот я паспорт представил. У тебя есть паспорт? Скажи, я паспорт представил. Нет, у тебя есть паспорт, удостоверяющие. У меня есть права, что, но... Что еще удостоверяет личность гражданина? Личность гражданина удостоверяет права. Но зачем вам мое право? Подождите, я за вами не собираюсь. Мои документы, я паспорт представил, верно? Я предъявил требования предъявить документы. Вопросы какие-то? Нет, смотрите, молодой человек. А зачем там? Да. По какой статье? На каком основании вы работаете? Пойдем. Я согласен пока. Пойдем с документами, пойдем. У меня же права, я тут... Я их нашли, быстрее. Гражданин какой страны? Гражданин Республики Узбекистана. Республика Узбекистан? Да. Хотите что, быстрее? Согласен. Согласен? Да. Заходи. На камеру любишь снимать? Нет, нет. На каком основании? Давай быстрее сюда. На каком? Я же ничего такого не делал в языке, я же ничего такого не делал. Все права будешь качать! Я же ничего такого не делал! Вернусь на лицо! Все сказал лицо! Разворачивайся! Все в стене! Все, пусть, блядь! Че, дурак? У меня же дурак есть,